Последнее время новости про Тарков были какие-то странные. Везде было двойное и тройное дно, но вот это видео — это просто как глоток свежего ароматного кваса в душной действительности. Вы посмотрите на эту анимацию бега, она не просто реалистичная. Она именно такая, какую хотят видеть наши игроки. И бег с коротким оружием, с выделением момента, со складыванием приклада, ну вот же, оно! Возможно, из-за новых анимаций патч с расширением маяка откладывается. Если это так, то за новые анимации можно и простить.